Здравствуйте! Вы смотрите программу «12 созвездий», в которой мы расскажем об астрологическом прогнозе с 22 по 28 июля. Этот период прекрасно подходит для начала новых дел и для решения различных бытовых вопросов. Неделя очень благоприятна и с финансовой точки зрения. Можно смело делать вклады или обращаться за помощью к влиятельным людям. Овны будут более рассеяны, чем обычно, и могут упустить из виду важную задачу. Лучше не рассчитывать на силу памяти, а делать записи. Так вы ничего не упустите. Также на этой неделе вам стоит подвести итог своих многочисленных размышлений и начать уже действовать. Прочь сомнения, нерешительность и пустые разговоры. Ваш план уже давно созрел в голове, и вы не раз его переосмыслили. Осталось только воплотить его в жизнь. Так что смело приступайте, сейчас самое время. Тельцов ожидает по-настоящему жаркая летняя неделя. Нереальные страсти будут твориться и на работе, и в личной жизни. Все дела сразу внезапно станут мега важными и очень срочными. Звезды утверждают, что у вас на все хватит сил и терпения. Близнецам важно не поддаваться импульсивным порывам, они могут привести к поступкам, о которых позже вы будете сожалеть. Лучшим решением будет действовать, опираясь исключительно на разум и логику. В рабочих вопросах стоит подключить креативное мышление, тогда вы даже не заметите, как пролетит время. Ракам предстоит контролировать свое эмоциональное состояние. Раздражающих факторов будет предостаточно. Сложные задачи лучше решать самостоятельно. В этом случае более вероятен успех. Львам на этой неделе важно внимательно слушать своих собеседников, прежде всего для того, чтобы правильно оценить ситуацию. Благодаря такой тактике вы сумеете заметно продвинуться как в деловой, так и в личной сфере, преодолеть многие препятствия и заработать неплохие деньги. Девам лучше заниматься решением собственных вопросов и не давать непрошенных советов. Пусть даже вы на собственном опыте знаете, как нужно поступить. Позвольте человеку приобрести свой опыт. Весам будет трудно соглашаться с мнением других людей. Участие в переговорах лучше отложить на следующий месяц. В общении с домашними стоит все же стать мягче и снисходительнее. Важно сохранить в семье теплую и добрую атмосферу. У скорпионов откроется суперспособность решать конфликты и самые жаркие споры. Вы поразите окружающих своей находчивостью, способностью сложную ситуацию разложить на более мелкие, в которых истина очевидна. Для вас ситуация обернется уникальными возможностями. Звезды советуют, не стоит их упускать. У стрельцов настает пора разобраться с проблемами, атакующими вас со всех сторон. Даже самые простые занятия, такие как творчество и хобби, могут вызывать затруднения. После сложного периода вам просто необходима психологическая разгрузка. Занятия спортом и прогулки на свежем воздухе помогут быть в хорошей форме всю неделю. Козерогам во второй половине недели звезды обещают романтическое знакомство, которое может оказаться не только приятным, но и весьма серьезным и перспективным. Для водолеев сейчас нет ничего невозможного. Запаситесь терпением и смело шагайте к намеченной цели. Действуйте в соответствии со своим планом и наслаждайтесь результатами. Они будут просто восхитительными. Рыбам не стоит заводить разговор с незнакомцами. На этой неделе вы очень наивны, доверчивы, вас легко разжалобить. Ну, просто находка для мошенника. Лучшим решением будет работать из дома. Так вы сможете решать сложные задачи, строить планы и схемы, учитывать многочисленные факторы. Только дверь никому не открывайте. Помните, ваша судьба в ваших руках, действуйте смело и решительно, а звезды помогут выбрать верный путь. С вами была Наталья Буслаева, до новых встреч и будьте счастливы!